Бора понесла тяжелые потери. Спасение Сикстинской капеллы. Галспан строит уникальный добывающий комплекс. Таинственное исчезновение военного фрегата. Галспан работает ударными темпами. Лучшие пилоты Боры. Вам предоставлен доступ. Бора понесла тяжелые потери. Спасение Сикстинской капеллы. Галспан строит уникальный добывающий комплекс. Таинственное исчезновение военного фрегата. Галспан работает ударными темпами. Мегашлюз порубежья снова в строю. Пилот ГПТ приговорен к изгнанию. Вам предоставлен доступ к мегашлюзу. Вам предоставлен... Бора понесла тяжелые потери. Спасение Сикстинской капеллы. Галспан строит уникальный добывающий комплекс. Таинственное исчезновение военного фрегата. Галспан работает ударными темпами. Вам предоставлен доступ. Бора понесла тяжелые потери. Спасение Сикстинской капеллы. Галспан строит уникальный добывающий комплекс. Таинственное исчезновение военного фрегата. Галспан работает ударными... Туристическая компания «Небьюа» ищет опытного пилота для сопровождения новейшего пятизвездочного. Джек Логан, с вами говорит доктор Поль Лессаж. Мы с Кармен Рохас вели переговоры и достигли взаимовыгодного соглашения. Вам надлежит немедленно прибыть на мою станцию в Сумеречном квадранте. Предупреждаю, не смейте атаковать моих роботов. Я же, со своей стороны, гарантирую вам безопасность на срок нашего временного сотрудничества. И помните, что я пошел на это лишь для того, чтобы изгнать из своего квадранта этих тупиц.
из Галспара, имеющих наглость именовать себя учеными. Джек Логан. Чёрта меня сюда занесло! Надеюсь, Лисаж отключил свой защитный периметр. Мистер Логан, вы можете состыковаться с любым из доков моей станции. Затем я отдам команду роботам оборудовать ваш корабль особым сенсором. Чудесно! И что же я должен искать? Вам совершенно не обязательно знать об этом, Логан. Вы должны доставить прибор на место, остальное он сделает сам. Всем уважением, Лисаж. Но почему вы не пошлете одного из своих роботов? Логан, твое любопытство становится назойливым. Но я отвечу тебе честно. Эти пираты совершенно непредсказуемы. А я не хочу подвергать опасности свои высокотехнологичные творения. Это понятно? Похоже, вы цените свои машины дороже человеческих жизней. Рад, что мы поняли друг друга. Не будем зря тратить время. Начнем. Что же, Джек, очередная встреча с призраками. Логан, сблизься с одним из посадочных доков. Прибору не хватает радиуса действия. Сквернитель обнаружен. Не дайте ему уйти. Надеялся, что они будут столь подробными. Продолжай, Логан! Братья! Я ухожу, чтобы смиться с туманом. Продолжаем разговор.
убираться отсюда. Чёрта меня сюда занесло!
Надеюсь, Лисаж отключил свой защитный периметр. Добро пожаловать, мистер Логан. Вы можете состыковаться с любым из доков моей станции. Затем я отдам команду роботам оборудовать ваш корабль особым сенсором. Чудесно! И что же я должен искать? Вам совершенно не обязательно знать об этом, Логан. Вы должны доставить прибор на место. Остальное он сделает сам. Со всем уважением, Лисаж. Но почему вы не пошлете одного? Что же, Джек, очередная встреча с призраками. Логан, сблизься с одним из посадочных доков. Прибору не хватает радиуса действия. Сверонитель обнаружен. Не дайте ему уйти. Они будут столь подробными. Продолжай, Логан! Yeah!
поступают. Я и не надеялся, что они будут столь подробными. Продолжай, Логан! Совершен. Ты выполнил свою задачу. Возвращайся на дальний форпост. Всегда рад помочь, Лисаж. Данные превосходны. Мои компьютеры уже обрабатывают их. Сверяю со схемой твоего корабля. Так. Готово. Можешь передать мою передовую систему маскировки на дальний форпост. Ваша доброта меня просто потрясает, доктор. In a high fall to Jake Logan. Are you there? Yeah, babe, I'm picking up the stealth system from Cassiter now. Hey, Anna, maybe when I get back to the frontier we can finally, you know, get together. Just the two of us. I wish we could. But things have gotten so chaotic here. I don't know when things are going to settle down enough to live a normal life again. You're gonna let Galspan dictate how we run our lives? I'm sorry, Jake. I wish things were different, but this is a full war now. There's just no time for personal lives. I hate the Spanish for bringing you to this. Hurry back. We need you. Anna out. Mm-hmm. Same here. Поспеши в квадрант жестоких звезд и по дороге остановись на станции Свобода. Кармен говорит, что для ее плана не хватает только одной вещи, но в подробности никого пока что не посвятила. Производится поиск. Добро пожаловать, мистер Логан.